Привет, сейчас пойдем рыбу выбирать. По базару пройдемся. Базарчик такой на первом эти. Посмотрим. Что за рыба? Какая рыба есть? Вот. Сейчас вот начинается. Змей-голова. Змей-голова почем? Так, 1200. Лещик по 600. А икра почем? 800. Это сазан, да? Да. Так, получается у вас вот это, да? Это... Какой его? Алакольский, да он? Ну, сейчас посмотрим. Сазан. Уху не люблю, а куда я не люблю? Горбач. А, мама? Хорошая рыба, вы что, не сомневаетесь? Да, сейчас пройду, посмотрю. Гарантия. Подобрать, какую хотели. Так, это что у вас получается? Сазан один, балхаш один. Вот это два балхаш. Да. Ага. Вот это чигай, а вот это пруд. Это прудовые. Маленькие. Сейчас. Давайте я сейчас правлю пуська. Вот это какой? Это копчигай. Копчигай. Он почем? 1700. 1700. Балхаш 1500. Сейчас позвоню, схожу. Ну, сколько икры. А икра по голова маленькая. Когда зимой, когда сейчас потеплю. Копчигай, белый амур. Лещик. Лещик, судак. А что, сазана нету, да? Крупного. А какой есть? Килограмма? А побольше нету? А, понятно. Так, вот такой вот взял вот на 4 сазанчик копчегайский. Он с икрой, да, скорее всего? Нет, а, да, с икрой. Ну, давайте его тогда. Так, что делать? На жарку можно его порубить? Нет, это же лапсу. Давайте скидочку сделайте. Нет, копчегай никак не получится. Я на свой канал вас выложу, у вас потом лайки пойдут. Скажу, где вы находитесь. Куда? В ТикТоке? А вы в Ютубе же не ходите. И в Ютубе хожу. Но будете больше ходить. Так, на жарку с рейками, да? Ну, на жарку как там надо порубить? Да, давайте порубим. Это лещик, да? Нет, это карась. А, карась. Карась почем? Карась 700, да, сазанчик. А так, если по сути взять, в любом кафе ты больше отдашь. Нет. Сазанчик, где это сазанчик? Вот этот маленький? А, ничего себе, смотрите, какой сазанчик есть. Тумьян тебе. Ага,
Сазанчик. Вот копчегайский, вот балхашский, чуть-чуть, так сказать, зеленоватый. Вот этот беловатый. Так, а икра почему у вас отдельно? А, хватает, да? Ну все, понял. Тогда не надо. А, да, уже выставили. Ну какой подарок еще? Вроде ничего лишнего нет. А вон та, это что такая за толстая рыба? Сазан тоже. А, тоже он. Почти 7 кило. А, понял. Хрифты. Вот этот карасик салаколя. Хороший такой. Аппетитный. Вот там сколько икры, ничего себе. Икры тут был на животе. Вон там, видите, сколько икры. Обалдеть. Обалдеть, сколько там икры. Причем не верка домашняя. Интересно, просто для... Сколько она вышла, посмотреть? Килограмм. Обалдеть. Кило. Что? А рубить? Да, стейками. Да, стейками. На жарку стейками, да, рубят? Ну, все, стейками вот сейчас порубят. Вот все, кладите. Вот такая вот получилась. Обалденная рыбка. Отлично. Все, спасибо большое вам. Вот так вот, ребят. Ладно, всем пока.